В Иркутском торговом центре «Электрон» прошли учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. По легенде, из-за короткого замыкания случилось возгорание в павильоне. Происходит задымление, имеется угроза распространения огня на соседние помещения. В учениях приняли участие 17 единиц техники и более 70 огнеборцев МЧС. Со всеми поставленными задачами и целями пожарные справились.